Всем привет! Сегодня пригнал вот такой вот автомобиль Volkswagen Passat 2016 год. Вот только пригнан с Германии. Такой вот автомобильчик. Цена автомобиля 14500. Двигатель 1.6. Сейчас расскажу, покажу комплектацию. Есть панорама, люк. Вот. Так, камера заднего вида. Два таких вот ключа. Запуск кнопки старт-стоп. Складывается зеркала вот так вот кверху на новой резине Fulda. Только приехал с дороги, помыл. Эрго комфорт сиденье, очень комфортная ткань. 145 тысяч, 144 было тысячи пробег автомобиля. Вот. Люк, панорама, датчик света, дождя. Сейчас сяду в автомобиль, расскажу о всех преимуществах. Вот, двузонный климат-контроль наперед и назад. Автомобиль вот с дороги, без химчистки, очень хорошее состояние, идеальное, можно сказать. Шторка. Удобно. Состояние автомобиля. Есть антиоткат. Шестиступенчатая коробка передач. Сейчас заведем. Посмотрим более подробно. Дороги все, сумочки, чашечки, новое запасное колесо, все в комплекте. Так, сейчас заведем, откроем капот, еще пройдемся, датчик света, дождя. Мультируль. Очень красиво смотрится зеркало без контов. Вечером шикарно все смотрится. 145 тысяч пробег. Нужна уже замена масла. Так, двузонный климат. Электроручник с антиоткатом. Старт-стоп. Вот холодно. Автомобиль начал набирать немножко. Выключу. Итак. Очень красиво ночью смотрятся часы. Вот. На рулю настройки. Сейчас покажу по расходу. Вот, с момента пуска за длительный период 5,7, с момента заправки 4,9. Вот вчера я заправился, проехал 500 километров, 4,9 расход. Вот так, очень красиво, простое менюшка, простая. Так, звук, навигация, ассистенты полностью. Так, камера заднего вида. Вот, выезжает камера. Передние парктроники задние. Что вам еще подсказать? Автомобиль только приехал. Сегодня 27-е. Вот 26-го заехал на
таможню. Лизинговый автомобиль. Есть все документы. Чтобы вы понимали, очень много писали всякого. Не, что автомобиль пробег крученный, все такое. Вот, пускай мне скажут за декровские документы. Последний сервис был 03.12.2020 года. 140 тысяч было. Ох, видно. Так, автомобиль без единого подкраса. В родной краске. Так, сейчас выйдем, покажу, двигатель не мыл. Открывается багажник с кнопочки. Шикарно автомобиль едет. Мягко, комфортно. Радует расход. Попросили не мыть двигатель, хотя немного песка и всего такого есть. Даже не знаю, что показать вам. Работает мягенько. Пройдусь, чтобы не писали, пока есть минутка времени. Прибор не мой. Так, чуть крыши. Камера смотрит. Надеюсь, вопросов не будет. Контрольный у Шкоды и в Пассатов толще 127, вот Peugeot 308 99. У ваговской группы слой краски толще. Вот передние парктроники. Шикарно, шикарный свет. Хотел бы отметить, у меня Шкода у самого Octavia, Xenon вроде, но Passat светит поярче, на дальнем свете вообще шикарно. Автомобиль обслужен был, тормозные диски новые. Такой вот сегодня у нас автомобиль. Если нравится, пишите, звоните. Постоянно есть какие-то варианты. Надеюсь, найдем вам ваш автомобиль. Подписывайтесь на канал, буду очень рад. Всем пока, ребята, и до новых встреч.